В зале собрались люди, чья профессиональная деятельность так или иначе связана с журналистикой, с информацией. С профессиональным праздником Днем российской печати поздравил представителей СМИ глава округа Муром Евгений Рычков и председатель Совета народных депутатов Константин Федурин. У каждого из нас сегодня впечатление и ощущение, что мы живем в глобальном мире. Когда мы знаем новости отовсюду, со всех континентов, всех стран. И вот такое впечатление, но кардинально отличает человека современного от человека, который жил буквально 100 лет назад. И это, конечно, заслуга журналистов. Потому что именно вы делаете жизнь людей насыщенной, яркой событиями и впечатлениями. Именно от вас люди видят достижения, какие-то события, приятные вещи, отрицательные. Все это, все, что делает жизнь насыщенной и яркой. Вас по праву называют четвертой властью. Вы информируете людей. Вы создаете общественное мнение, от которого во многом зависит эффективность действующей власти. Если так можно выразиться, вы голос народа. Наша Муромская журналистская организация всегда была лидером владимирской журналистики. В этот вечер в Доме народного творчества чествовали тех, кто представляет городские газеты, заводские многотиражки, кто освещает институтские новости и детские газеты, Муромское радио и телевидение, и, конечно же, ветеранов журналистики, людей, за плечами которых стоит целая эпоха социализма, перестройки и нового времени. Одним из ярких примеров верности профессии, долга журналиста перед обществом, является жизненный путь ветерана Великой Отечественной войны, фронтового репортера, ветерана газеты «Муромский край» Михаила Павлиновича Шапошникова. Не так давно одному из самых уважаемых журналистов города исполнилось 90 лет. Вы на переднем плане всего человечества. Журналист – это разведчик. Он всегда знает, что впереди, что будет завтра и так далее. Проходят годы, меняются эпохи, остается сущность. Журналисты по-прежнему на передовой. Они не просто живут одной жизнью с родным городом, а очень тонко чувствуют его пульс. На праздничном вечере много теплых слов и сердечных поздравлений в адрес муромской прессы выражали руководители различных предприятий, подразделений и ведомств. Труд журналистов Муромской самой популярной газеты и местного телевидения был отмечен памятными дипломами окружной администрации. Елена Петрова, Александр Барсуков, Муромский меридиан.